Hitman 2-2, over. Же еще одна машина. Два человека, останьтесь. Внимание, азимут 48. Три дома отдельно стоящих. Возле центрального два бойца. Манки, хочешь им кастрюлить? Да, сейчас подойду к тебе. Еще раз, три стоящих, отдельно стоящих дома. Точку поставил. А, я не вижу, где достал. Да вот он, просто достал. Отходи, акул. Да, он там встал, там уже как раз. Блин, вернитесь назад, я уже сзади. Стоящих дома. Боец стоит прямо на вас смотрит. На карте. Да он не видит нас, мы в русле. Вы чё там, блядь? Что там? Пробочка. Да. Манкин, встань наверху, справа, я сейчас отстреляю немножко. Под перекидыш. Ёбут. Так, на 20 отдели. Под горочку. Направо, наверх, Манкин. Ничего не вижу.
Так они меня остановили. Господа, вы в одной машине, вы можете на крик поставить и общаться между собой на крике. Марти, на третий дефолт скачу. Ни одной трубы, да? На связи. На связи. Это, короче, два бойца, Манхим, Пандор. Мы на технике заедем в ангар, который стоит на аэродроме. Я не понял, пробуй. Что? Если что, мы на третьем дефолтом. Так, где я, если речь? Все, жарко? Там дальше это... Кто-то тут стреляет. Это пизда, там впереди, там впереди альфа, она получилась пизда. А ты чё с трубой лежишь, а не идёшь выбивать? А иди попробуй. Арни-то пошёл уже. Не вернулся? Слушай, а что это у тебя за братан такой в трусах? Это ему жарко. Жара, блядь, чё? А он вообще в кусах, что форму снимать нельзя? Да, а это баг игры. Она не выдалась ему. Сам, ну что, по тебе тоже что идешь убивать? Да, я, пожалуй, посижу. Смотри на него. Кем? Ну, только посмотрите. Держите пока. Мне не хотят дать этот братан трубу? Я предложил, может, я на эмке обычно залечу куда-нибудь. Это кто такой? Уже парни трубу? Залетели, они сдохли. Ровно 90, в дырку в заборе нашли, подошли сюда. Так стреляют же.
Все горит. Так, противник 110 азимут. Дома разрушен. Перебегаем, не? На нулях. Добежали, рассосали сразу. Останьтесь у дырки в заборе, остальные в сторону пожарки, в сторону пожарки 60, на нулях бегу. Прикрывайте нас. Огонь на подавление. На 100. Ранен. Гнида мне руку подранила, а? Я видел, откуда он бил, сейчас я ему кину ГП. Так, дымите выход, перебегайте. Я с течением не могу разобраться. Пожарку прям. От домов прибежал к пожарке. Так, ребят,
на север, не открывайте сильно. Один север смотрит. Океан, я продвинусь вперед. Давай, прикрывайте. Я пошел. Так, у пожарки контакты, за пожарка, азимут 7. Повторяю, за пожаркой контакты. Убил. Это сам-то за пожаркой чувака убил. Принял, у нас скаут минус, похоже. Проверьте скаута. Бинтуюсь. Быстренько проверьте все под стеночку. Жив, мертв, разберитесь. Это ОМСВ. Один прикрывает, другой помогает. Так, в итоге малыми ёбнут задачу. Двигаемся на восток, чистим дома, заходим в три и пиздим всех. ПДВ тишина, вроде танки вынесли оба. Смотрите всегда вторые этажи, здесь пиздец. Так, Сант от пожарки продвинулся к следующим домам. Принял. Ну что, разобрали скаутом? Да, если сейчас сердечно-легочная реанимация не поможет, все. Санта, меточку на себя поставь. Так, все, на 80, через дырку пошли к, блин, следующим домам. Под ноги обязательно, ребят, под ноги. Здесь мины. Из дырки вылазишь на 80, следующие дворы. Слушай, бахи тоже выбили пушку, что за хуйня? Вон, взорвались, слышишь, нормально. Слышь, попал в неё? Пипец. Они чё, взорвали БМПшку из пулемета, что ли? Да. Да. Вдвигло, если стрелять, так.